Округ начали украшать к Новому году. Одной из первых праздничная ель появилась в парке Малаховское озеро. Также здесь установят фигуру светящегося подарка и проекцию танцующих снежинок. Здесь сегодня даже в такую непогоду. Дождик идет, я тут замечал. Люди с зонтиками просто гуляют. А гуляют где? Плитка, чисто, уютно, грязи нету. Мы всегда готовимся к Новому году. И задача вот местной власти, муниципалитета, максимально все привести в какой-то порядок, украсить. Всего в городском округе будет 177 елей. Зажжение огней на зеленых красавицах намечено на 1 декабря. Многочисленные гирлянды, новогодние композиции и даже два светодиодных фонтана украсят округ. Помимо этого организуют тематические ярмарки и 16 елочных базаров. Полностью украшение города завершится к середине декабря.